Здравствуйте, друзья. У вас на экранах Жанна, да? Значит, Жанна у нас имеет большой опыт работы в Соединенных Штатах. Опишите опыт, чтобы я не наврал. Я работала учителем для детей, у которых аутизм и другие различные отклонения в развитии. Хорошо. Значит, мы договорились с Жанной, что она ответит на вопросы, которые вы зададите, желательно более конкретные, потому что у меня на самом деле было много вопросов, вот какие есть сервисы, что происходит с аутичными детьми и так далее. У нас аудитория большая, и я, в общем-то, обрадовался, что появился человек у нас тут в офисе, который может на эту тему рассказать. Расскажете? Я с удовольствием поделюсь, потому что я начинала работать один на один с каждым студентом, потом как teacher assistant, и потом уже как учитель на класс. Я работала и в приватных школах, и в школах... В смысле, в частных, да? В частных, и паблик, что так... называется паблик школа, государственная школа. А у вас образование на эту тему какое-то? Я эвалюировала свой диплом из Белоруссии, что у меня было дошкольное образование, и... Пошла дальше мастер-дегри получать уже конкретно в Special Education. Ну, отлично. Жанночка, спасибо большое. Значит, я хотел просто показать вам Жанну и обратиться с призывом задавать вопросы. Я с удовольствием помогу. Чтобы были конкретные, потому что иначе нам сложно. Вот мне очень сложно сформулировать, я далек от этой темы. Все, спасибо Жанне и спасибо тем, кто под этим видео напишет свои вопросы.